Всем привет, с вами я, Александр Демидович. Ну, по результатам вчерашнего моего репортажа по поводу знака вокруг корпусного парка, депутат городского совета и его друзья мне рассказали, что я не понимающий человек. Ладно, пускай будет так, но что они скажут насчет вот этого знака? Этот знак с тыльной части городского совета находится. Зона действия знака, насколько я понимаю, 80 метров. Ну а вот я вам сейчас покажу, что происходит сразу же за ним. Ну вот до перехода порядка 80 метров я насчитал, 80, 81, 82, ну вот количество шагов я шагами мерил, ну примерно 80 метров. Всем хорошего настроения, пока-пока.